Всем приветики! Спасибо, что заглянули на мой канал, спасибо, что смотрите мои видео. Сегодня, как вы уже догадались, будет очередная видеораспаковка сайта PharmaShop Discount. И если вы также хотите сделать свой заказ с этой интернет-аптеки, с французской интернет-аптеки, у вас есть такая возможность заказать еще с приятным сюрпризом. На свой первый заказ вы получите с моим кодом 5 евро скидки. Код я обычно указываю здесь на экране. Если не будет на экране, смотрите под видео в инфобоксе. Если вам нравится формат такого видео и вообще формат видеораспаковок, добро пожаловать на мою видеораспаковку. Девчонки, в этой посылке у меня будут достаточно интересные продукты. Так, сразу вам хочу показать три набора от бренда Rock. Кстати, бренд Rock. Классный бренд. И зачастую в наших странах он незаслуженно недооценен. Я вам хочу сказать то, что я у них пробовала. Все мне продукты нравятся. Зачастую у них классные консистенции крема, работающие крема. И если, например, этот бренд что-то обещает, то он, естественно, выполняет. Так что обратите, в принципе, на бренд Rock свое внимание. У них очень классная косметика. И, как я сказала, здесь у меня такой набор, вернее, у меня три набора, вот еще посылочки. Это такой набор был по промо-акции, я даже уже не помню, по-моему, вот такой вот наборчик 9 евро. Согласитесь, что это вообще великолепная цена. Здесь идет солнцезащитный крем, вернее не крем, а флюид, более легкая текстура, с фактором защиты 50, как раз лето, и мицеллярная вода в объеме 200 мл, то есть с этой мицеллярной водой можно смывать макияж. Такая себе мицеллярка для демакияжа. И еще бренд Rock обещает, что вот эта мицеллярка, она будет, ну, скажем так, бороться с какими-то веснушками, бикметными пятнами. То есть у нее есть такое свойство отбеливания. Ну, вы знаете, не могу не согласиться, что такой набор, ну, вообще как бы замечательный. То есть крем, который будет защищать вашу кожу, и мицеллярка, которая будет очищать и еще какие-то делать функции отбеливания. Я не знаю, как у вас, но у меня это вообще целая трагедия. Если я еду на море, либо в период активного солнца гуляю на улице, у меня выскакивают какие-то, знаете, от солнца какие-то пигментации, либо, не знаю, ну, вообще какой-то неровный цвет лица. Надеюсь, что вот этот вот набор мне поможет, вернее, наборы. И я, кстати, один наборчик уже распечатала, чтобы вам, в принципе, наглядно как-то показать. Ну, вот такая вот себе мицеллярная водичка. Как я говорила, 200 мл. Ничего особенного. То есть обычная помпа, раскручиваете. И вот такой вот флюид. Сейчас я вам покажу. Кстати, у этого флюида достаточно хороший объем. Здесь 50 мл. Как я уже говорила, фактор защиты 50. Здесь защита от двух видов лучей. С таким вот удобным носиком. И консистенция очень у него легкая. Ну, вообще, так как этот флюид вообще не оставляет, знаете, как обычно солнцезащитные крема, оставляют какую-то изначально белую пленку, то ли белый вот такой вот налет, который потом тяжело по коже размазать. А здесь вот в минуте, в секунде, мгновенно все отлично распределяется, очень легкий, подойдет как для жирной, комбинированной и сухой кожи. Ну, классный, вообще как бы совсем не жалею, очень довольна данным приобретением. Также вам рекомендую присмотреться к этому флюиду, а вернее к такому набору, потому что покупаю вместе, очень выгодно. Девчонки, еще на подарки у меня вот таких вот одинаковых два наборчика от бренда NYX. Это такой travel набор. И так как сейчас у нас начинается период отпусков, то вот такой вот набор классно взять с собой, ну, допустим, на море. Здесь, в принципе, есть крем для рук, гель-душ. И, кстати, увлажняющий крем для лица, умывалка и, конечно, их знаменитое сухое масло, которое можно наносить на кончики волос, тела и вообще лица.
вообще как бы замечательный travel набор. Обратите внимание, на него также отличная цена. Периодически я с сайта PharmaShop Discount заказываю разные зубные пасты. Ну, эту зубную пасту я не пробовала, на нее, по-моему, была какая-то акция. Здесь две зубных пасты в упаковке для деток от 6 до 12 лет. И вы знаете, все те зубные пасты, которые я брала с этого интернет-магазина, они зачастую вообще отличного качества. Очень выгодно покупать вот таких вот промо-наборах. Обратите внимание. Я думаю, вы также найдете свою любимую зубную пасту на этом сайте. У меня здесь какие-то сплошные промо-наборы. Но действительно, на этом сайте всякие такие наборчики очень выгодно покупать. И вот это у меня такой промо-набор, гель для душа. Он не только гель для душа, это такой себе, знаете, два в одном, и гель, и шампунь. Для деток с рождением, можно так сказать, от бренда Clarin. Мне, конечно, больше нравятся всякие такие гели для душа от бренда Mustela. Но у этого бренда была также какая-то скидка на вот этот вот промо-набор, почему бы не воспользоваться. Здесь идет одна такая полноценная баночка с таким вот дозатором, и к ней идет такая себе запаска. Бутылки большие, тяжеловесные здесь, если я не ошибаюсь, по 500 миллилитров каждая бутылка. Да, 2 по 500. Также обращайте внимание на вот такие промо-наборчики, суперовые на них цены. И от бренда Noreva у меня здесь такой интим гель. Сейчас его распакую, вам покажу. Вот такая огромная банка геля для интимной гигиены. То есть такой очищающий гель для нас, женщин. Здесь 500 мл, классный дозатор. На него также была какая-то скидка. И вообще, знаете, я когда делаю свой заказ, я стараюсь покупать те вещи, которые сейчас сайт предлагает со скидкой. Intim гель я, естественно, рекомендую. Присмотритесь, если вы что-то себе такое подобное ищете. Обязательно попробуйте. И последние продукты моей посылки — это такие два шампуня от бренда Rene Futurer. Рене Фитурер — это знаменитый парикмахер, и под своим именем он начал создавать такие уходовые средства для волос. Многие вот этот бренд очень любят. В принципе, то, что заявляет сам Рене Фитурер в своих продуктах, эти обещания выполняются. Здесь огромные у меня такие банки по 500 мл с классными дозаторами. Хватит такой вам шампунь надолго. И конкретно здесь у меня такой шампунь для блеска волос, либо для осветленных волос. И вот этот вот шампунь, это как бы с обычной серии для ежедневного использования. Хорошие шампуни в своих составах, и эти шампуни имеют натуральные экстракты. Также они имеют в своем составе содиум лаурильсульфат. Говорю это, потому что многим не нравится. Кстати, я тоже не сильный фанат в составляющих вот этого ингредиента. Но если вы не сильно заморачиваетесь на этот счет, как я, например, то я могу вам порекомендовать эти шампуни. Такие шампуни берет моя знакомая. Если вы частый зритель моих видеораспаковок, вы эти средства уже могли видеть у меня в видеораспаковках. В принципе, наверное, больше рассказывать я за эти шампуни не буду. Я просто ставлю ссылочку, где я подробно рассказываю, что это за шампуни. Вы сможете более, наверное, детально посмотреть. Девчонки, на этом вся была моя посылочка. Надеюсь, что со мной сегодня вам было интересно и полезно. Ставьте лайк, если это так. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Увидимся уже совсем скоро.